уже было. Все в порядке. Маша, ты что, была совсем одна? Что вы там, чемодан? Жива! Ну, как я переволновалась. Успокойся, девочка. Отпустили такую крошку одну. Не плачь. Ты что за сестрой не смотришь, а? Я и вовсе не сестра. Я ее не знаю совсем. Но я могу ее отвезти домой. Где ты живешь, девочка? Я отведу тебя домой. Квартира 6, звоните 2 раза. А какая улица? Я еще ее не выучила. Нужно отвезти ее в 7-е отделение милиции. Оно как раз рядом. Муля, Муля, посмотри, какая чудная девочка потерялась. Я отведу ее в 7-е отделение милиции. Мы отведем ее в милицию. Мой муж отведет. Да, но мы же едем на дачу. Муля, не нервируй меня. Сначала отведем в милицию, потом поедем на дачу. Да-да, отведем. Пошли. Муля, держи зонтик, не потеряйся. Пошли. Товарищ милиционер, что же это такое? На совершенно живых людей наезжаете. Безобразие. Пожалуйста. Запишите номер 3846, слышите? И чтобы его очень оштрафовали. Муля, за мной. Муля, дай руку. Руку. Дудеть надо, дудеть. Слышите? Безобразие. Муля, дай руку. Мы домой едем? Домой, девочка, домой. Возмутительно. Позволять маленькому ребенку одному бегать по мостовой среди такого транспорта. Кто тебя одну пустил на улицу, девочка? У меня очень шнурки развязались. Муля, отойди. Она не хочет про тебя рассказывать, она тебя боится. Почему? Муля, отойди. Кто пустил тебя одну на улицу, девочка? Муля, Муля, все узнала. Она мне все рассказала. Ужас, ее кто-то колотит. Ей грозили оторвать голову. Да-да, оторвать голову. Кто да-да оторвать? Перестань читать журналы. Здесь не читальня. Да-да, читальня. Брось журналы. В общем, Муля, завтра суд. Какой суд? Народный. Ты подаешь в суд на ее родителей за истязание младенца. Даля, мы же ведем эту девочку в милицию. Никакой милиции. Она едет с нами на дачу. Что ты говоришь, Ляля? Мы должны отвезти эту девочку в милицию. Ни за что. Чтобы она опять попала к родителям, которые ее истязают, ни за что. Ляля, в милиции все разберут. Мы не имеем права. Имеем. Я уже сама все разобрала. В общем, Муля, завтра ты будешь судиться. Постой, постой. Спросим девочку. Пусть она сама скажет. Скажи, маленькая, что ты хочешь? Чтоб тебе оторвали голову или ехать на дачу? На дачу. Вот видишь, на даче. Сейчас пойдем купим ей сухое платьице и поедем на дачу. Ляля, этого делать нельзя, уверяю тебя. Ляля, тебя арестуют. Муля, не нервируй меня. Ляля, могут арестовать. Пожалуйста, поступай как хочешь. Ляля. Перестань на меня кричать. Хорошо. Отведем ее в милицию, раз у тебя нет сердца. Ты же всегда поступаешь, как ты хочешь. Ты ж всю жизнь меня терроризируешь. И этот человек клялся носить меня на руках. Ляля. Уйди, зверь. Нет, нет, завтра же. Завтра же я уеду к маме. Навсегда. Ляля. Ты моя маленькая доченька. Дорогая моя девочка. Перестань курить, Муля. Не забудь, что у нас есть ребенок. Детям страшно вреден никотин. Слышишь, Муля? Брось папиросу. Ты теперь будешь курить только на службе. Натасечка, ты будешь спать на дяде Мулиной для варки. Муля, я тебя на террасе повешу в гамак. Ночевать будешь в гамаке. Ага. Скоро дача. Устала. Устала маленькая. Муля, она устала. Возьми девочку на руки. Лялечка, я... Муля. Тебе жарко. Тебе зерка маленькая. Сейчас дядя Муля купит тебе водички. Муля, купи девочке воды с сиропом. Лялечка, я тебя прошу,
вернемся назад, отведем девочку в милицию. Муля, не нервируй меня. Дайте, пожалуйста, девочке воды. Тебе с сиропом за 20 за 30. За 20 красной краской. Осторожней, пожалуйста. Аккуратней. Дайте мне тоже, пожалуйста, воды. Муля, тебе вредно много жидкости. С клюквенным, пожалуйста. Меньше пены. С вишневым, пожалуйста. Меньше пены. Ух, еще раз клюквенным. Хочешь пить? Мы будем с тобой играть на сядке, будем на лодочке кататься. У нас там цветочки. Муля, расскажи девочке, какие у нас цветочки. Зеленый. А черви там есть? Да-да, есть. А что они едят? Мух, землю, червяков. А не второе что? Все. Лянечка, отведем ее назад. Муля, не нервируй меня. С ребенком без очереди. Муля, сюда. Да, я здесь. Граждане, давайте Нет, мне мотив не нравится. А вот
еще у вас есть труба? Гражданка, это же вам не подходит. Я сама знаю, что мне подходит. Вот это именно то, что мне надо. Саша, ну Саша, это же угуля, Саша. Ну Саша, дяденька, дяденька, вы не видали, тут такая маленькая, маленькая девочка. Что ты, никакой девочки? Саша. Галечка, кошечка моя, мы найдем другую деточку. Нет, Муля, нет. Такую не найдем. Саша. Смотри, какая подозрительная физиономия. Муля, я нашла вора. Это он украл нашего ребенка. Задержи его. Одну минуточку. Одну минуточку. А? Я вас должен задержать, молодой человек. Вот мой профбилет. Я тут не понимаю, в чем дело? Муля. Ляля, не сдерживайся. Я из вас могу сделать все, что вы захотите, молодой человек. Он из вас делает все, что вы хотите. Да-да, я вас поведу. Мы вам покажем, как воровать чужие вещи. Стойте, граждане. Вы мне лучше скажите, куда вы девали девочку? Я сотрудник группы розыска. С вами была девочка, где она? Мы ее временно потеряли. Так, сюда приехали футболисты, ну и... Понимаете? Да. Я пошла покупать ей игрушку. Так. Вот эту дудочку. В это время приехал какой-то Спартак. А что, футболист? Да. И, понимаете, я пришла... Муля стоит, а девочки нет. Спасибо. Пожалуйста, разыщите его хорошенечко. Муля, что ты сделал, Муля? Теперь, когда у нас наконец появился ребенок, ты потерял его. Я так не... Привязалась. Отпусти это.